Площадь лесных пожаров продолжает сокращаться. По сравнению с концом прошлой недели, количество очагов сократилось вдвое до четырех. Из них один уже локализован. В тушении принимают участие 268 человек и 60 единиц техники. Продолжается тушение пожаров в Кабанском, Джидинском и Бичурском районах. Основная причина возгорания – сухие грозы. В Бурятии сохраняется режим ЧС. Доступ в лес для населения категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от 400 до 500 тысяч рублей.